ковбой или коровница, и у меня для этого есть идеальные штаны. Капец, как красиво! И что же мне выпадет? Так, теперь идет Йоши. Какая интересная походка. Всем привет, котята, меня зовут Лана, и на нас нет ничего, кроме лиц, а это значит, что это показ мод. Но это новый показ мод, совершенно новый, и здесь 3D-шная одежда, ребята! Это, кстати, первый такой показ мод, да, насколько я знаю. Да. Ну, именно здорово. Поэтому мы сюда и пришли. Не хватает, конечно, тела более такого, знаете, вот как так манекены. Вот, смотри. Вот. Ну вот, на тебе. Но это немножко не то, что мне хотелось. Ой, ну Ёши взял. А, вот это может быть? А, ну да. Да. Это будет то же самое, ладно. Короче, я, наверное, пока останусь. О, какая интересная юбка. Вполне себе школьная. Кстати, тема у нас школа. И будем сейчас что-то придумывать. Тут куртку можно надеть, и там будет так красиво. Тут куртка такая джинсовая, и там такая рубашечка. Ой, ребята, мне так нравится. Ничего себе. Капец. Так, а мне надо бы найти что-то наверх, а то у меня юбка есть, а вот никакой блузки не хватает. Ну, так себе. Так мне, кажется, в школу не пустят. Ну, хоть что-нибудь. Там что-то розовое вначале было, но я не уверена. Ребят, а времени, оказывается, вообще очень мало. Очень мало времени. О, блин, реально уже минута осталась, а у меня будто бы ничего не готово. О, нормально пойдет. Рюкзачочек в школу. Капец. Какая красота. Мне нравится, прическу надо не забыть. О, вот это возьму. О, в принципе, она маскирует то, что у меня майка. И можно, я думаю, так даже будет пойти. Но может быть вот такую вот блузку. Я думаю, в такой меня в школу пустят. Выглядит очень неплохо. И, кстати, здесь можно открывать вон еще свою одежду. Там есть шкаф. О, вау. Да, мы туда пока что никак не попадем. Я вот тут только попробую что-нибудь найти. Может, какой-нибудь аксессуар. Ага. Веер. Очки просто. Это прикольно. Может, лицо поменять на какое-нибудь... Даже не знаю, вот на вот это, например. О, очень миленько, но мне кажется, что вот это будет милее, потому что тут цвет глаз лучше. Или вот это. О, боже, мне вот это очень нравится. Капец, очень классно. А вот еще всякие аксессуары. Тут можно даже себе надеть какой-нибудь кулончик. Например, я хочу вот... Нет, не хочу, хочу вот это. Да. Фу, блин, ребят. Нет, я не успела, я хотела блузку поменять. Нет. А подиум школы, реально школа, смотрите. О, это кто? Это Йоши. О, господи. Ой, мы можем ставить реакции. Это 5. Это вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Я все нажму. Это когда я просидел 7 уроков, и еще остался на какой-то доп. Занятий. И реально не завтракал. И не завтракал. Да. О, что, прогулка, пузырь? О боже, я иду как пузырь. О боже мой. Ладно. Надо же, тут можно прям изобразить что-то. Я все равно продолжаю идти как пузырь. Слушайте, очень прикольно, мне нравится. А Ульяна какая шикарная. Тоже идет как пузырь. Астронавт. Ну блин, просто объемная куртка. И за счет этого, наверное, кажется. А, или ты из-за рюкзака так говоришь. Или из-за не, походки. У меня эмоция астронавт была. А, да. У меня походка, да, это называлось так. Прикольно, мне нравится. Ну что, ребят, очень классно. Пока что по первому тесту прям отлично. Ого, сколько денег. Так, ребят, а сколько стоит вот здесь одежда? 500, это редкий ящик, а обычная одежда 250. Мне хватает, я покупаю. Я тоже хочу. Капец, как красиво. И что же мне выпадет? Ну-ка, украшенные джинсы. Ну ладно. У меня обогреватели ног трикотажные, спасибо большое. Так, я, наверное, сейчас что-нибудь обычное куплю. Да. Поглядите. Сейчас ты можешь надеть. Комбинезон. Ой, подожди. О, у меня коровьи штаны выпали. Ого, ничего себе. Вот, смотрите, сейчас покажу. Во, очень странно выглядят, но они есть. Слушай, они красивенькие. Ну да. У меня шортики. Тебя не вижу. Вот тут я. О, господи, исчезла. Прикольно, прикольно. Вот шортики и... О, гетры классные, капец, мне очень нравится. Едем на пляж, но коровьи штаны не подойдут. Блин, мой костюмчик тоже совсем не сюда. Кстати, а шорты в самый раз, я их оставлю, наверное. Кстати, ребят, а вы знали, что здесь можно перекрашивать вещи? Да. Просто посмотрите. Это же было в руководстве.
Да, но я этого еще не делала. Поэтому только вот сейчас я это вот буду пытаться как-то сделать. О, вот это хочу голубенькое. Так, дальше мне нужно что-то летнее на ноги. Блин, тут даже есть вот этот купальник, прикольно очень. Но, по-моему, одежда тут не меняется. Да. Это немножечко грустно, но зато здесь такой классный... Нет, мне не нравится. Нет. Ужасные шорты. Да дайте что-то нормальное мне, пожалуйста. Я на пляж собралась. Вот эти шорты. А знаете, а пусть будет. Я думаю, что я что-нибудь стильное с этим придумаю. А, обувь. Ах, ешь, кеды классные забрал, да? Ну, ты можешь взять их тоже, почему бы и нет. Да, я их возьму. Мне, правда, они очень странно на ногах смотрятся. Но пусть будет. Плеер. Круто. Или сумочка мне нужна вот такая. Нет, такая не подходит. Вот знаешь, что странно? То, что здесь нельзя сделать персонажа выше, ниже, толще, худее. Да. То есть в каком-то Покемон это точно было. Возможно, даже в обоих. Ну да, но Ёж, ну ты можешь это сделать у себя в аватаре. Ты можешь там все поменять, и потом уже у тебя будет то, что нужно, в общем. Вот. Ну, возможно. Но это не очень удобно, честно говоря. Ну да. Но зато ты... Не знаю, может быть, так пытаются как-то нас привлечь к этой игре. Возможно. Слушайте, а вот очки сюда пойдут? Блин, они не там. А как их убрать? Вот, удалить. Хотя классные очки на самом деле, но немножечко тут мешают. Я вот эти возьму. Вау! Очень классно смотрится. Вообще так стильно. Главное не удалить случайно сейчас аксессуары все. Может быть... Тут что-то, что-нибудь... О, вот это мне нравится. Блин, этого не видно. Очень, очень обидно, потому что такая классная штука на шею, но, к сожалению, ее видно не будет, потому что у меня шея не та, что надо. Может, вот это будет видно. О, вот это будет видно. Все, отлично, я довольна. Я довольна, мне нравится. Слишком много, конечно, цветов. Не хватает, знаете, какого-то круга надувного в руки, но в целом очень даже ничего. Хотя можно было бы успеть немножко загореть. Где цвет? Кожи нету, что ли? А вы пробовали надевать обувь? Да, она это немножко странная. Ужас. Да. Да, я не успела ее снять, к сожалению. На пляж можно и босиком, поэтому... Да не, Ульяна нормально выглядит, смотри. А, сейчас? Ну, вот так вот. Нет, такие носики! Ага. Но прикольно. В общем, очень классные скины. Ульяна бережет себя от солнца. Вот взяла зонт. Ага. Да, да, да. Так, теперь идет Ёши. Я сразу поставила 5 звезд. Я еще не видела костюм, понимаешь? Это что вообще? Это как? Это что за краб? А прикольно. Прикольно, мне нравится. А теперь иду я. И иду я как нормальный человек, потому что я иду на пляж. Это называется величайший. Ну да, почему бы и нет. А вот это, о, вот это мне нравится очень красиво. Ага, застенчивый. Да. О, кеды все-таки такие же взяла, да? Да, потому что хотела взять такие кеды. А что? Я ничего, нормально. И опять мы тут в таком же порядке. Но ничего страшного, все равно нам дают достаточно монеток, чтобы мы могли сейчас пойти и купить себе еще какой-нибудь предмет. И я, наверное, куплю себе вот этот дорогой. Хочу покрутить. Давайте что-нибудь. Давай, сюда. Почему бы и нет. И что тут будет? Что-нибудь классное, пожалуйста, только не повтор. Хочу комбинезон. Хочу комбинезон. Что? У меня просто рубашка, которая уже, мне кажется, есть. Что? У меня какая-то боевая куртка. Так, и сейчас я еще маленький открываю обычный. И тут у нас... О, Ёж, тебе это понравится, сейчас покажу. Ну-ка, смотри, а тебе понравилось то, что мне выпало. А ты исчез, надо выйти. Во, смотри. Прикольно. О, круто. Круто. Да, ага. Мне кажется, это к школьной теме вообще супер подойдет. Я не знаю, сколько здесь на самом деле тем, но, ребят, мы ни разу не открывали, там еще аксессуары есть. Блин, а мы все деньги потратили на одежду. Да, я все потратила. Какой кошмар, надо срочно еще пару раундов. А, нет, стой, подожди, 125 тебе хватит. У меня нету ничего, у меня ноль. А, серьезно? Да. Зато у нас тема ковбой или коровница, и у меня для этого есть идеальные штаны. Так, надо только что-то придумать наверх. Господи, а почему так много всего наверху? Мне вот это надо все снять. Это выглядит очень странно. Ну, максимально странно. Немножко, если только. В смысле, немножко. Это ну так, капец. Саму малость, вот чуть-чуть. Чуть-чуть, а больше ничего не смущает, да? Хорошо, раз ты так говоришь, я сейчас тогда сейчас какое-нибудь лицо тут возьму, подходящее, вот это, мне кажется, сюда будет подходить.
О, отлично. Нужна определенно шляпа. Все пришли за шляпой. Да? О, конечно. Это моя. Ты что, мне рубашку спер, а? Моя рубашка. Ты шляпу. А что у тебя с головой? Что у меня с головой? Нормально все это мне лицо, мне челка нужна. В смысле огромная? Она огромная? Да обычная у меня голова. Ты что вообще? Обижаешь меня. Почему? Тут... Ну ты видела, ну почему она прям вытянутая? Ты обувь еще не видел мою. Видел. Прикольная, кстати, прическа, но я попробую какую-нибудь, может, такую или вот эту. О, вот это, мне кажется, просто идеально сюда подойдет. Хотя, может, вот эту утащить. Я хочу... Очень мало волос, как-то, да. Кажется. Но мне кажется, волосы тоже добываются, поэтому все не так просто. Мне интересно, что будет, когда мы все свои предметы получим. Ага. Так что я даже не знаю, на самом деле. О, во, прическа, которая... Ну, блин. Ну, ладно, вот это, пожалуй, лучше всего сюда была. Чего-то еще не хватает, да? Или всего уже хватает? Да вроде все нормально. Может, конечно, какую-нибудь другую рубашку. Вот эту, например. Потому что Йоши утащил ту, которую... Да, нужно. В смысле утащил? А хорошо, а даже лучше стало. А знаете, я так останусь. Вот только, не знаю, позагорели немножко стать, может быть. Во. Ну, нормально, сойдет. Немножко лицо я бы поменяла, конечно. Во. О, это так прикольнее, мне нравится. В общем, короче, я определилась и... Время как раз заканчивается. Я как раз ничего больше не успею взять. Время заканчивается, боже мой. Ладно. Да. Ну что ж, Дикий Запад, подиум. Слушайте, а тут что, тема прям под сцену сделана? Ну, я, видимо, да. Я буду идти как стильная коровница, смотрите. Что на ногах? На ногах что? Это обувь. Я не виновата. Понятно. Окей, очень интересная обувь. Спасибо, спасибо. Ну, она, чтобы ходить по коровнику. Так, я пока... Вот у тебя такая же, только у меня из-за штанов другое было. Ладно, держи свою пятерку. Вот. В смысле, а тут я нажимаю, но реакции другие идут, не те, что я нажимаю. Непонятно ничего. Ульян, ну ты слишком какая-то стильная, знаешь? Да. Ага. Как-то... Ого, вот да, вот так вот такая пришла. Я пришла, где у вас тут коровы, покажите. Гость, скорее всего, наверное. Да-да-да. Ясно. Но при этом заняла первое место. Слушайте, ну здорово, здорово. Успеем даже что-то купить. И сколько стоят вот эти аксессуары? 375 мне не хватает, ладно. Зато 125, это прекрасно. И... А мне интересно, что будет, когда там... Блин... О, очки шикарные, какие крутые выбила. А когда место закончится у нас в этом шкафу, так называемом? Может быть, закончится как раз таки и все, ну, как бы мы все откроем, может быть. Думаешь? Ну, я думаю, что здесь должно быть как-то побольше предметов. Ну, ладно. Так, я получила два предмета, они достаточно прикольные. Кстати, хочу вот это вот еще потестировать, то, что я получила, оно не перекрашивается, естественно. Ну, ничего страшного. Так, вот это вот тоже посмотрим сейчас. О, это перекрашивается, но это очень странно. Так, я надеюсь, что все успели купить одежду, а у нас начинается... Все, чё? Мне это подходит. Мне подходит вот это. Какое бы выбрать лицо? О, а я знаю. Блин, очки перекрашиваются. Капец, я хотела их менять. Ну ладно, тогда я лицо какое-нибудь более подходящее выберу. Вот это, может быть, нет, оно тоже не туда. Хотя, знаете, а я вот так вот приподняла очки, это так надо. Так было задумано. Ага. Так, штаны, говорите, да? Боже, это у меня прям комплект какой-то. Я вообще-то юбку хотела бы. Но я не вижу тут черной юбки. А может, какая-то перекрашивается, я просто не знаю об этом. Так, допустим, я вот это вот возьму. Это, типа, модно сейчас так. Вот это вот. Что тебе смешно? Вот такую стрижку. Нет, не такую. Вот такую стрижку. Да, мне кажется, это лучше. Или вот эту. Или все-таки вот такую. Да блин, покажите ее! Ничего не понимаю. Не знаю, какая стрижка лучше. Очень сложно выбрать. Наверное, все-таки вот это, да. Это более стильная. Хотя еще есть вот такая. Нет, та была лучше. Столько времени было потрачено. А что я еще могу себе добавить сюда? Блин, конечно, очень не хочется проверять юбки всякие. О, там есть юбка. Есть юбка. Она, слушайте, она сюда наделась вместе со штанами, и знаете, мне даже нравится, как это выглядит. Блин, ну я успею еще снять штаны. Слушайте, а со штанами реально было лучше.
Где штаны? Верните мне штаны эти. Вот эти были. Да. Да, отлично, слушайте, это прям то, что нужно было. Тут еще есть аксессуары, о которых я не помню. Блин, ну, конечно, можно было бы шапку напялить, но нет. И, кажется, это все, ребят, потому что больше... Разве что усы могу еще налепить. Я тоже подумала, но не стала. Да. Ну что ж, в принципе, времени достаточно много. Казалось сначала, что мало, но на самом деле вполне хватает на то, чтобы успеть собрать скин и даже быть, наверное, довольной. Почему у меня штаны как будто просвечиваются? Ну ладно, это я уже слишком поздно заметила. Город. Все черное, город. Очень логичная, кстати, тема. Ага. Так, теперь идет Йоши. Какая интересная походка. Как это называется, Йоши? Пират. Нормально. А дальше иду я. Я пойду... Ну, блин, я вот пойду как робот. Очень даже неплохо. Слушай, классно. И вот так немножко застенчивый. И вот, юбка реально идет очень. Да, я же говорю, получается, что она прям как будто так и должна быть. Без штанов эта юбка гораздо хуже выглядит. О, у Ульяны такая же юбка. Не, ну у тебя, кстати, она хорошо выглядит. Смотри, за счет того, что у тебя тут вот такое вот открытое как будто что-то. Ага. Там это футболка такая. Ага, ага. Вот, но у меня она выглядела не очень, но с штанами как раз-таки... лучше. Ну что, ребят, очень мне, на самом деле, понравился этот показ мод. Непривычно, классно, интересно. Но я думаю, что на сегодня все-таки пора заканчивать. У меня он уже вон аж третий уровень, куча денег. И в следующий раз обязательно их потрачу. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока! Пока!